Ребят, смотрите, какие классные афиши у фильма «Карнавал», который сняла Татьяна Леознова. Хочу вам напомнить, что она также режиссер фильма «17 мгновений весны». Угу. Исполнительница главной роли Ирина Муравьева прекрасно поет сама, но в фильме за нее спела певица Жанна Рождественская. Продолжим эту традицию, и теперь за нее спою я. Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость. Как хочу услышать голос, как хочу услышать голос. Долгожданный голос твой.